Вам съемочную группу, тех, кто делал фильм, продюсер, генеральный продюсер картины Сергей Сельянов, вот уже подходит Мария Миронова, Владимир Беличенков, Игорь Угольников, Александр Самойленко. Прошу сюда, ваш Павел Деревянко, режиссер картины Клим Шипенко. Прошу рассаживаться, заранее купленным билетом. Ну что ж, припаздывают Вакуф Бакурадзе, Антон Золотопольский. Но я предлагаю все-таки начать наш сегодняшний разговор. Вы сейчас только что посмотрели картину. Ну и, собственно говоря, мы действительно рассказываем о том, что в основу этой картины лег абсолютно реальный факт. Действительно, ситуация была чрезвычайная. И вскользом в фильме говорится о том, что... Что будет, если американцы захватят станцию? На самом деле, если говорить не о пропаганде, а о реальном порядке вещей, в 1985 году была настолько серьезная обстановка, настолько серьезный конфликт между Советским Союзом и Соединенными Штатами, что любые шорохи движения рассматривались как попытка нападения. И, собственно говоря, действительно прошло закрытое заседание Конгресса в 1985 году, на котором НАСА попросило денег на переформатирование программы «Челленджер». Документы эти, к сожалению, находятся до сих пор под грифом «Совершенно секретно», но открываю маленькую тайну. Историю с похищением станции под катастрофу де-факто, под то, что происходило с «Салютом-7». Это реальная предыстория. Через 7 лет после этой истории было устроено большое расследование, где деньги ЗИН, почему у нас нет русских технологий, где русская станция, которую обещали. Ну, на самом деле, все реально понимали, что, так сказать, одна история не очень соответствовала другой. Но, тем не менее, когда пришла шифровка из Вашингтона о том, что в экипаж включены летчик-космонавт СССР Жан-Люк Ретьен и дублер Патрик Бодри, кипиш начался страшно. Мало кто об этом говорит, но действительно у Владимира Джанибекова и Виктора Савиных был билет в один конец. Если станция разгерметизировалась, если ее невозможно реанимировать, они должны были ее своим 6-тонным кораблем, 20-тонную станцию, стащить с орбиты
и утопить в Тихом океане. Успели бы они при этом отстыковаться от станции, никого не волновало. И именно поэтому ситуация была аховая, жесткая, с ними действительно прощались. Ну а теперь, я думаю, что все знают предысторию, фактологию, ваши вопросы по фильмам. Да, конечно, представляйтесь, будьте любезны, я дам вам микрофон. Прежде чем я задам свои вопросы, простите, не могу удержаться. Ребят, я вас всех поздравляю с тем, что, как мне кажется, у нас наконец-то в 21 веке российские кинематографисты сделали классное кино про космос и людей. И мне кажется, вам удалось нащупать этот механизм, как делать большое кино с человеческим лицом. И вы об этом расскажете детально, если захотите, если сочтете нужным. А, не знаю, старею, становлюсь сентиментальной, просто классное кино. Вот за Сандру Балок я не переживала гравитации. А из-за вас, ребята, две таблетки валидола съела и до сих пор потряхиваюсь. Ровесником которых я являюсь, я 74-го года. Вот я помню, как они летели, я помню, как они приземлились. И живя в это же время, я совершенно не представляла о том, что там происходит. Это очень важно, кстати, чтобы нам, как бы очевидцам, говорить о том, что на самом деле происходило, когда мы росли. Невероятно важно. Вот здесь важны детали. Какова для вас, как для соавтора сценария, для режиссера, для вас, Сергей Михайлович, как для продюсера, была степень дистанционности от этой реальности? Вы меняете имена главных героев и оставляете реальными имена погибших космонавтов. Масса нюансов, которые, конечно, нам важны, как то падающая чашка, медвежонок олимпийский и так далее. И обида, да, нанесенная вашим персонажем, которая потом вернулась в конце. Что в этой картине есть реальность, что вымысел художественный? Спасибо, Маша, хороший вопрос, потому что когда вот мы начали работать над этим материалом, Сергей Михайлович Бакур начали работать чуть раньше над материалом, я подключился чуть позже, и мне кажется, изначально, когда вот у нас было желание максимально приблизиться к реальности, мы много читали и хотели как можно реальнее все это сделать. Потом, пройдя уже этот этап, когда мы все изучили, как все было на самом деле, каждую деталь, каждый нюанс, мы постепенно начинали, как бы сказать, переводить это на киноязык и пытаться увидеть это как фильм. И это повлекло за собой, добавляли сначала чуть-чуть этого жанрового элемента, потом еще чуть-чуть другого жанрового элемента. Все-таки у нас была, мне кажется, была изначально задача сделать кино именно современное, которое бы разговаривало на языке современного кино, которое мир уже разговаривает на этом языке, который во всем мире понимают. Мы все прекрасно осознавали, что были фильмы про космос до нас, их было немного, которые тоже пытались и успешно, на наш взгляд, добивались невесомости. То есть мы со всем этим работали, поэтому мы хотели сделать фильм, который был бы абсолютно на уровне и ничем не уступал, а чем-то даже и лучше был бы. Вот в том числе и то, что ты сказала, мы хотели добавить именно вот этой человечности, чтобы были эмоции, чтобы за ребят было страшно, чтобы им за них переживали все, чтобы их любили. Ну вот, собственно, и так постепенно мы начали, то есть пытаясь все равно остаться одной ногой в реальности, но для нас это было очень важно. Мы в последний момент отказались от имен и только в связи с тем, что мы вышли именно на территорию их личной жизни. То есть мы поняли, что мы все-таки вторглись на территорию личной жизни, поэтому мы поменяли фамилии, оставив имена, да, реальных героев. Вот, собственно, какой-то такой был процесс, и потом постепенно это уже все-таки становилось жанровым, зрительским фильмом, как вот изначально и было задумано. Мы люди, дай им Бог здоровья, очень, кстати, сами по себе сильные, цельные личности. Нам такие люди очень нужны. Ну, когда, как сказала Лиля Савиных, жена одного из прототипов, замечательная женщина, вот в документальном фильме, вы можете на нее посмотреть. Сказала, как же, а нашей дочке же было уже 12 лет, а в фильме я беременная только.
такой простой вопрос, какой на него ответ? Ну, потому что это не совсем мы, я. Это вот такой художественный наш образ. Ну, нам так интереснее просто тут показалось. Собственно, так мы ей сказали. Значит, на это она, в общем-то, не нашла, что возразить. Вот. Можно ли просто вдогонку попросить Владимира и Пашу подсказать, какие детали, возможно, космонавты, прототипы ваших персонажей вам подсказали? Вот с этим мишкой, с чашкой меня прям торкнуло. Это выдумка художественная или это реальные воспоминания? Раз, два, три. Раз, раз. Да, ну, если честно, нам, наверное, должно быть очень неудобно, но мы не встречались. До съемок. Мы встретились вчера впервые. Да, ну как-то так был выстроен съемочный процесс, что ли. Но я, если честно, побаивался встречаться. Мне сказали, что Владимир Александрович Джанибеков — это такая глыба, к которой не подойдешь. Я такой думаю, ну все, эта глыба меня раздавит. И я не буду подходить. И боялся все это время. А вчера встретились и понял, что глыба, но теплая такая, приятная глыба. Да, оказался очень милый человек. Да, с целью абсолютно со своими. И, ну, я, в общем, слышал много. Так что не встречался. А все подсказали. Я думаю, Бакур лучше всего, наверное. А, его живо нет. Бакура нет, Бакур запаздывает в пробках. У него уважительная причина. То есть мы, конечно, встречались. У нас не было задачи сделать портретное сходство. Вот, поэтому мы как бы, конечно, хотели как бы повстречаться, но немножко мы побаивались, да, как сказал Володя. Вчера мы познакомились, и такие живые мужчины, полные энергии, полные задора, как вот. Я думаю, во многом они, конечно, расслабились и вчера говорили, ну почему же вы с нами не встретились? Потому что картина им понравилась. Я думаю, но до начала они, конечно, очень неохотно, мне кажется, вступали в диалог. Хотя надо сказать, что большего портретного сходства у Паши Деревянко с Виктором Савиных и придумать было сложно. Мне Виктор Петрович вчера подарил свою книгу «Записки с мертвой станции», где на обложке фотографии их двойная, вот, собственно, вот в шапках. И просто как будто я. Это правда. Мы с ним вчера обнялись и очень тепло друг друга приветствовали. Ну, на самом деле, спасибо огромнейшее Владимиру и Павлу, потому что я вот сказал сегодня уже Павлу, что ребята умудрились очень точно прочитать то, что было за строками сценария. И отсюда действительно возникло портретное сходство. А Володя еще, кстати, в подаче неких текстов, абсолютно не встречаясь с Владимиром Александровичем Джанибековым, абсолютно возникла его интонация. Просто приведу пример из жизни Владимира Александровича Джанибекова, которая связана напрямую с этим фильмом. Когда я знакомил сценаристов Наталью Меркулову и Алексея Чупова, которые начинали писать сценарий для этого кино, знакомил их с Джанибековым, мы встречали его в аэропорту Домодедово. Он прилетал из Ташкента. Я пришел в VIP-зону. Там сидели парадно одетые мальчики и девочки со стеклянными глазами. Я их спросил: ребят, каким рейсом и каким бортом летит Джанибеков? Кто это? Значит так, внимание, вопрос. Знаете ли вы, кто такой дважды герой Советского Союза? Летчик-космонавт СССР Владимир Александрович Джанибеков. Он относится в вашей категории к VIP-персону. Вы что, как? Он летит? Откуда? Куда? Каким рейсом? Я им отзываю номер рейса, дальше выходит Джанибеков и говорит: смотри, ты что устроил? Я говорю: что случилось, Владимир Александрович? Прибежали двое, сказали всем стоять, бояться, лежать, не шевелиться, где Джанибеков? Вывели меня под белые ручки, посадили в автомобиль. Зачем ты это сделал? Я говорю: Владимир Александрович, я не должен был этого делать. Они должны были это сделать еще на моменте, когда вы улетали. Он говорит: нет, ты не прав. Ну не надо было так себя вести. Вот вам пример Владимира Александровича Джанибекова. Удивительный совершенно человек по своей цельности, по тому, что он делал. А еще одна история, о которой мы тоже как бы умолчали и в этом фильме, но это есть в документалке. Джанибеков на первом интервью сказал удивительную фразу. А чего такого? Мне снилось, как я спасаю станцию. Мне снилось, что я с сумкой инструментов иду в корабль, потом прилетаю как будто в гараж и ремонтирую эту станцию. Так что я был готов абсолютно. Вот это удалось передать. Спасибо огромнейшее. Ваши вопросы. Какая-то трудная, ответственная работа для вас.
космонавта, и что это очень тяжелые физические нагрузки, да, ну, состояние невесомости. Да, я хотела вас спросить, вот если Владимир, он такой очень физически сильный человек, и у него такая подготовка была, то у вас все-таки не было такой физической подготовки. Вот что вы делали для этой роли в плане физической нагрузки, и какая для вас была самая главная сложность все-таки, да? Какие у вас были репетиции, тренировки там? И вопрос Марии Мироновой. Он такой вот несколько неожиданный. Мария, вот Юрий Карр собирался снимать фильм, там, когда о полете в космос, и там Ольга Кабо тоже собиралась в космос полететь. Вот если бы вам предложили полететь в космос, вы такая сильная, решительная девушка, вот вы согласились бы полететь в космос? Спасибо. Ну, я думаю, что... Это же мне уже задавали этот вопрос в Минске позавчера. Это не просто полететь в космос. Я думаю, а, меня вряд ли туда кто-то возьмет, а б, это такая физическая подготовка нужна, что я не знаю, я даже не задумывалась. Я могу сказать, добавить вот к вашему вопросу, который задали. Насчет вчера была очень трогательная ситуация на передаче Андрея Малахова. Насчет деталей нашего фильма. И действительно, я даже пожалела, там есть такой момент, где ребята в шапочках в космосе, вот в этих сереньких. И вчера супруга Савиных принесла на передачу эту шапочку, которая сколько лет она ее хранит, эту шапочку. Она ее сама связала, эту шапочку, и она ее выложила и сказала, вот эта шапочка, она как раритет в пакетике. Я ее отдала мужу в полет. И я еще-то, ну, ты далеко сидел, Клим, я подумала, что вот такие, хотя они у нас есть, эти детали, но это крутая такая вот деталь какой-то любви, которая его согрела там в космосе, сберегла. Это к вашему вопросу насчет деталей. А в космос нет, вряд ли, наверное, я полечу, нет. На самом деле у нас была примерно одинаковая с Володей подготовка. То есть у нас где-то по 10 или 12 было тренировок, мы изображали невесомость, приезжали из Петербурга наши доблестные молодые тренированные каскадеры и подвешивали нас, и мы учились органично переворачиваться. Вот. Все было хорошо. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать спасибо, естественно, что взяли меня в этот проект. И огромное хочу сказать спасибо Володе. Вот. Потому что поначалу мы не понимали, у нас такие разные люди, психофизика у нас разная, что у нас за дуэт такой интересный получается. Вот. Володя очень много раз перечитывал этот сценарий, я никогда не видел такого, честно говоря. И очень часто он приходил и был недоволен тем, что написано. Говорит, мне кажется, это неправильно, потому что ну, такая вот... Чип и Дейл спешат на помощь, такая вот команда, вот они слишком такие, они правильные, что-то здесь не так. Вот, и там продюсеры и режиссеры немного нервничали, простите, что я все это расскажу. А мне все это дико нравилось, потому что Вова вытаскивал какой-то такой вот конфликт, который есть и в нем самом, и он это вытаскивал. Я дико благодарен ему за это, потому что, мне кажется, и отчасти благодаря этому получилось наше кино и наш с ним дуэт. Спасибо. Попробую немножечко ответить на ваш вопрос по поводу подготовки Павла Деревянко. Вы знаете, должен вам сказать, я немножко его прорекламирую. Вы видели его раздетым когда-нибудь? А я видел, мы с ним в одной гримерке гримируемся. Так вот, он Аполлон. Правда, я такой немножко такой, я такой немножко пельмень. А он спортивный человек, он входит в зал, у него лучший там тренер какой-то, чемпион, суперчемпион, это самый спортивный парень, который только есть. Он просто такой компактный, но физически очень крепкий, здоровый, и любого здесь, в общем, завяжет в узел, поверьте. Ему готовиться не надо, это мне нужно готовиться без остановки. А насчет полета в космос я тоже по слову скажу. Мы вообще ведем работу по запуску одного из членов нашей съемочной группы в космос. С Роскосмосом ведем переговоры, с Игорем Комаровым, который очень нам много помогали, мы были вместе рука об руку. Этот человек, он готов, и он это сделает как раз. У него и со здоровьем, и с желанием полететь все в порядке. Это наш режиссер Клим Шипенко. Да,
я каждый раз напоминаю. Да, нам с утра сначала сказали 70 миллионов долларов. Мы поторговались, пока спустились до 20, но говорим, нет, ну мы должны все-таки сделать это бесплатно. Они говорят, ну как люди 10 лет ждут, вот этот ряд космонавтов. Мы говорим, ну есть же туристы, есть уважаемые люди. В конце концов, ну мы же уже друзья практически. Мы в России. В общем, вопрос о непроработке, мы от него не отступаемся. Вчера я тоже побеседовал на эту тему в очередной раз. Морозов. В общем, а клип готов хоть завтра. Да, и могу подтвердить. Мы летали уже на этом ПИЛ-76. Испытывали невесомость. Ну и нас зачем-то спал. Посвящали в космонавты. Посвящали, такое посвящение в космонавты. Привезли, проверили пульс, сказали, вы готовы. Как по пульсу можно определить, что ты космонавт? И все. Ну и мы полетели. Ну там же вот 10 раз с большой там скоростью падает и 40 секунд невесомости. Ну я начну, ребята поддержат. Ну, в общем, ну, разве на третьем стало плохо, сильно. Я понял, что пульс не очень хороший. И остановиться нельзя и выйти, сказать, стоп, ребята, подождите, я сейчас немножечко подожду где-то снаружи. Нужно 10 раз. Ну, я думал, что я умру. И в перерывах между тем, когда я думал, что я умру вот-вот сейчас или сейчас через пару минут, я поглядывал вперед и в этот момент видел, как инструкторы Клима Шипенко и так крутят его, и так, из этого состава одной стороны самолета в другую швыряют. Никого нет, все уже лежат, всем плохо. Один Клим только, а и так его покрутят. И я понял, что вот он реально может сейчас лететь в космос прям хоть навсегда, ему ничего не будет. Не, я просто в этом смысле, конечно, веселился немножко, но мне было так неудобно, что я, ребят, затащил вот этот самолет, и им стало плохо, а мне хоть бы хны. Я думал, ну хоть бы было наоборот. Я бы был готов к этому, но так не работает, к сожалению. Поэтому да. Но инструкторы в шоке. Это эти будут играть космонавтов? Они вообще, ну, когда я выходил из самолета, подарили ребята местный комбинезон мне, ну типа, ну такой а-ля космический. И этот ему такой, мне этот инструктор говорит, комбинезон отдай. Они говорят, ну ладно, мы им дарим, да пусть отдаст, дарится. И знаешь, такой, ну чуть не пнул меня, выходя. Ну, возникает резонный вопрос, космические герои, но есть в кино герой, которому пришлось отживать и космос, и Землю. Александр Самойленко. Итак, Саша, как это происходило? Что? Потому что надо было и понимать на площадке, так сказать, суметь сыграть и космос, и Землю. Что это была за работа? О, Господи. Вот, очень похоже на то, что было на экране. Знаете, я очень послушный артист. Я делал то, что мне говорил режиссер. Вот. Поэтому было тяжело, конечно, выполнять его задачи, потому что режиссер очень хороший и большой перфекционист. Было очень много дублей. Это я помню точно. Каждый кадр это было от 15 до 25 дублей. И вот где-то на 24-й, хотя Клим никогда не говорит «хорошо», я понимал, что более-менее его устраивает. Вот такая у меня тяжелая работа была. Насколько сложно вот это вот самому воспринимать? И ведь надо же в кадре совместить и то, что происходит там, и то, что происходит здесь. Был ли опыт общения с реальными руководителями полетов, кроме Виктора Дмитриевича Бладова, вот, который, собственно говоря, был рядом с нами на эфире у Малахова? Ну, к сожалению, я очень хотел встретиться с Валерием Рюмином, ну, прототип которого я пытался сделать. Не получилось, потому что он мне сказал, что он болен, и с ним тяжело встретиться. Вот. Но я посмотрел очень много видео с его участием, и оказалось, что я даже немножко на него похож. Но это не из-за этого меня взяли на роль. Правильно, Сергей Михайлович? Да, я очень хотел, чтобы эту роль сыграл Самойленко. Спасибо. Конечно, не из-за этого. Если можно было по принципу похожести решать все наши вопросы, то у нас не было бы вопросов никаких. А при наличии пластического грима вообще никаких. Мы же его не использовали, потому что сейчас нет проблем сделать человека идеально похожим на прототип. Но это же, зачем? Не имеет существенного значения. А хотите я задам один вопрос при вас Александру?
Дело все в том, что, расскажу в двух словах, вы же понимаете, космонавты, которые снимаются в космосе, это одна съемочная история, а ЦУП – это другая съемочная история. И весь фильм я разговаривал с Александром Самойленко через Клима. Клим был голосом Александра. С микрофоном на всю площадку. Космонавты, ну что там, типа, там я уже забыл, кто там, ну, называет наш позывной. И это были все сцены. И когда мы разговаривали по телефону с Машей, и когда мы разговаривали, все это был Клим. Это был голос Клима. И все, у меня все ассоциации теперь этих сцен связаны вот с... Вот это «Я люблю тебя», да? Да-да-да, «Я люблю тебя», и это был Клим. И когда же на эту сцену ты все-таки мы взяли помощницу мою. А, помощницу, да, взяли девушку, да, я говорю, я не могу, я не смог. Я тебя больше не могу слышать. Я не возбуждаюсь на Клима никак. Дайте женский голос. И, в общем... И я вот такой думаю, а ведь, ну, Саша ведь так же разговаривал со мной, и это был Клим, и у него все ассоциации, что он разговаривает только с ним. Вот как тебе было ничего сопоставить? Я когда потом смотрел на экране, думаю, совпало, хорошо вроде, слышим вроде друг друга. Вовочка, я все время думал о тебе. Я все время думал о тебе. Ну и еще, конечно же, вопрос к Игорю Угольникову. В свое время, когда запускалась программа «Взгляд», а было это 30 лет назад, естественно, когда собралась вот эта фантастическая команда, насколько я помню, очень хотелось встретиться с папой Саши Любимова, который был настоящим разведчиком. Вот просто настоящим. А здесь, в этой ситуации, на долю Игоря пришлась такая демпферная зона между космонавтами, которых играют друзья, между военачальниками, которые их играют друзья. В общем, на самом деле получилась абсолютно реальная история. Что это была за работа? Насколько это было понятно? И что ты вообще знал про эту историю? Во-первых, я хочу сказать слова благодарности своему другу Сергею Сульянову и за приглашение сниматься в этой картине в небольшой, но очень важной роли человека, которому приходится принимать решение очень трудное. Сбивать, не сбивать. И человек, который крайне ответственен перед руководством страны, силовыми ведомствами за результат этой истории. Но при этом это все-таки человек, и ничто человеческое на персонажу не чуждо. И я, конечно, прочитав сценарий, увидев столь серьезную тщательность работы над фильмом, безусловно, согласился. Это была череда предложений мне играть мало моральных губернаторов, вороватых чиновников и пенсионеров милиции с улыбкой на устах, принимать какие-то решения. Тут я понял, нет, вот это здесь я должен быть. Но еще и потому, что этот фильм делал супервайзером картины, является Алексей Гусев, большой профессионал, с которым нам удалось поработать на моей картине «Батальон». Я увидел тщательность подготовки, я уж когда увидел, как сделана декорация, как сделаны макеты станции, вообще подход к этой работе, и вы увидите, кто не видел еще, это же 40 минут космоса надо было создать. Причем создать максимально достоверно. И здесь еще, конечно, актеры, партнеры, я увидел еще их отношение к работе и понял, здесь я должен быть. И думается мне, что эта картина, как сегодня справедливо говорилось, займет свое серьезное место в нынешнем отечественном кинематографе и много даст для киноиндустрии вообще. Особенно к доверию российского зрителя к собственному кино, которое иногда приходится все время поддерживать в каждой новой картине. Ваши вопросы, господа. Один из вопросов к режиссеру Климу Шипенко. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот подобное кино про космос, про людей героических профессий, способно ли оно вдохновить молодежь на то, чтобы, может, продолжать эти традиции? И второй вопрос к Владимиру. Вот интересный вопрос в фильме задает супруга главного героя. А что для себя вообще в этом проклятом космосе? Вот как бы вы на него ответили со своей стороны? Спасибо. Я, возможно, чересчур идеалистически верю, что кино способно вдохновлять на многое, на поступки, даже на то, чтобы поменять жизнь или ее, наоборот, начать в определенном направлении. Поэтому я, конечно,
верю в то, что да, это способно вдохновить людей на то, чтобы стать космонавтами. Меня фильмы вдохновляли, других людей, я знаю, тоже вдохновляли, и поэтому я надеюсь, что правильно это кого-то вдохновить, потому что это героическая профессия. Слушайте, это и помимо того, что это, хочется сказать, космическая профессия, действительно космическая, и ты видишь мир с той точки, в которой никто его не видит. Конечно, это должно вдохновлять. Самое главное, мне кажется, чтобы это может вдохновить только в том случае, если фильм хороший, если веришь фильму. Вот, в этом случае. Мне кажется, у нас получилось, я надеюсь, будет какой-то выплеск гормонов в эту сторону у молодежи. Ну да, было, хотелось еще, чтобы герои были такие, которым молодое поколение хотело бы подражать. То есть это тоже очень важно, что, потому что молодые люди, когда выбирают жизнь, они все равно думают о каких-то героях, на которых они, наверное, хотят быть похожи в начальном этапе своего выбора. Потом они уже становятся сами собой. Поэтому я считаю, что ребята абсолютно достойны того, чтобы на них хотеть быть похожими. Посмотрите, какие красавцы. Помимо всего остального. Не смогу я вам ответить в двух словах. Это слишком, мне кажется, ну, на пресс-конференции это такое немножко, ну, мы скажем, какие вы прекрасны, а вы скажете, какие прекрасны мы, и все. По касательной. Мне кажется, что вопрос человек и его предназначение, его смысл в жизни, его... Это более такое, ну, ни в двух словах не скажешь. Что такое для космонавта его работа, что такое для артиста его работа, что такое для продюсера его работа или для журналиста его работа и личная жизнь. И, казалось бы, это не такие вещи взаимодополняющие, но иногда они могут быть взаимоисключающие. И, мне кажется, это такая понятная вещь, на которую нет ответа. Что для тебя этот проклятый космос? Ну, в данный момент это чуть больше, чем семья. Завтра семья будет чуть больше, чем космос. Это как волнообразная какая-то история. Это такой предметный разговор, о котором, ну, можно поговорить серьезней. В двух словах не скажешь. А вообще космос — это наше все. Знаете, вчера, можно я скажу? Да, прошу. Вчера очень здорово мы встретились после передачи, ну так, на 3 минуты с Савиных, и он сказал одну вещь, я говорю, вы знаете, он сказал ее во время передачи, его спросили, вы чувствуете, а это очень-очень простой человек, какой-то такой простой и скромный, видно, его спросили, вы чувствуете себя героем? Он говорит, да нет, что вы, я просто доделал ту работу, которую я должен был доделать. Все. И вот что, мне кажется, есть в нашем фильме, и что сделали ребята, когда я это увидела, для меня это, ну, очень ценно, потому как не ставилась задача сделать фильм про героизм, правильно? Никто это вообще не обсуждал даже эту тему. Ни про патриотизм, ни про героизм. И первое ощущение, когда я вышла из зала, посмотрев его, я подумала, что классная вещь. То есть ребята сыграли именно то, про что вчера сказал Савиных. То есть просто доделать свое дело до конца. Мы не можем отсюда никуда деться. Мы должны это доделать. Все. И в этом не стоит никаких вопросов. Это то, про что, в общем, зная того или не зная, сыграли ребята. А в результате получилось то, что потом уже со временем называют героический подвиг, вы чувствовали себя героем, патриотизме каком-то, еще что-то. А вот это, мне кажется, очень ценно, что вы это сделали. Спасибо, Машуль. Абсолютно точно ты заметила, что у нас, мы говорили с Володей, у нас не стояла задача, то есть мы хотели, точно не хотели делать вот таких бронзовых героев с приподнятым подбородком. Хотели сделать людей, которые любят свою работу, знают свой долг, которым было что терять на земле. Простую историю хотелось рассказать простым человеческим языком. Хорошо, если у нас получилось. В общем, получается, делай, что должен, и будь, что будет. Да, да. У нас много вопросов, будьте любезны. Да, я надеюсь, что мы успеем все. Значит, во-первых, хочу поблагодарить вашу творческую группу, как представитель космической отрасли, потому что
она оказалась, ваша работа гораздо лучше, чем последние, которые были 5 лет. Почему? Поэтому и было некое недоверие у наших космонавтов к деятелям киноискусства, да, и они, может быть, не хотели идти на контакт. Это я как бы такой домысел мой, да. Вот, да, знаю, как бы, какие настроения в курилках как бы, у нас находятся, в отрасли, как бы, о чем говорят наши инженеры. Вы молодцы, вы передали менталитет именно советских инженеров, советских технократов. Володя просто красавец, он показал менталитет советского летчика, который правдами или неправдами, но выполняет поставленную задачу. И выполняет, рискуя, но осознанно рискуя. Вот. У меня вопрос как бы вот к тем людям, которые авторы идеи. Это замечательно, что вы достали эту историю, и вы сумели показать, ну, можно так сказать, ну, рисунок нашего отечественного российского кино. Действительно, вот, сумели передать вот, ну, нашу ментальность. Я думаю, что за рубежом будет большой успех этого фильма. Клим возил сейчас картину в Штаты на фестиваль. Реакция за рубежом. Да, очень в этом смысле зарубежная аудитория, ну, для моего удивления, реагирует практически на то же самое, на что реагировала наша аудитория. Мы уже делали несколько показов, и это какое-то для меня было удивительное совпадение. Плюс они еще дополнительно реагируют, у них интересно, что мне многие говорили, что интересно, что мы показали взгляд, потому что они привыкли смотреть такие фильмы обычно с американской точки зрения. То есть у них американцы в центре всего, а все остальные сбоку там что-то хотят. Да. И поэтому для них было интересно, многие мне сказали, интересно посмотреть, например, наоборот. Вот это вот, конечно, еще помимо этого, у всех их поразило в Америке то, что, за сколько мы это сняли. Сергей Михайлович, я на вопрос про бюджет не буду отвечать, я не считал деньги. Хорошо, и потом Сергей Михайлович расскажет, за сколько. Ну, в общем, где-то раз 15 меньше бюджет у нас, чем у гравитации был. Для них это было шоком. То есть я не понимаю, как это вообще возможно. Будут снимать у нас, наконец. Наконец-то, да. Пусть попробуют. Вот. Вот это было большим шоком. Под плюс мы делали, ну да, то есть уровень качества, и они знают, что такое этот уровень качества, они привыкли к таким фильмам, ну, фильмам, они знают эту планку, для них абсолютно мы взяли, и даже они, даже кто-то из, ну, некоторые люди говорили, что это лучше, чем гравитация были какие-то моменты, что очень приятно, потому что это было референсом, естественно, мы изучали подробно этот фильм. Вот, собственно, такая была реакция, очень хорошая, есть какие-то даже статьи, которые есть в интернете. Сергей Михайлович, за сколько у нас? Бюджет фильма, он еще считается, поскольку мы еще делаем, ну, то только что заканчиваем с IMAX-ом, работаю, соответственно, расчеты. Он выйдет в формате также D-Box, да, ну, во всех, собственно, форматах таких существующих. Мне, кстати, про D-Box интересную вещь сказали, я никогда не был в этих залах. Это где вот здесь потряхивание и вот это все, какие-то тактильные ощущения. И мне сказали, что в случае с невесомостью это самая идеальная для этих залов история, потому что там как-то полулежишь или даже лежишь в этих креслах, и оно вот, и оно как-то так начинает под тобой, и это говорят, это супер, это что-то прям вот как будто мы для них специально сделали. Вот, все эти решения принимались в последнее время, поскольку с IMAX долго, понятно, что российское кино и IMAX не очень просто туда попасть, и все это было до последнего, поэтому бюджет еще, считается, уточняется, где-то через месяц будет понятен до копейки, а, ну, примерно это 480 миллионов рублей. В зале возникла пауза, еще вопросы. Вы считаете до 480 миллионов? Да, большое кино, это да, это не очень большой бюджет для Америки. Совокупный бюджет.
15 раз меньше, чем гравитация. Ну, это адекватнее пересчет, когда доллар стоит 30 рублей. Это адекватно, это хоть как-то похоже на... Потому что, если сказать, что это кино стоит 8 миллионов рублей в нынешних ценах, то это как-то совсем выглядит какой-то глупостью просто. Вот, где бы ты это ни назвал. В Европе, в Китае, в Америке. Какая-то глупость просто. Адекватнее, это вот я уже вот какими-то... Адекватнее пересчет 1 к 30, он адекватнее. Вопросы у нас на первом ряду есть, и на втором, будьте любезны. У меня вопрос продюсера Максима Михайловича, как возникла на этом проекте фигура Клима Шипенко, почему именно на нем остановился выбор? Ну, что-то существенное ответить на этот вопрос, кроме как то, что мы с Бакуром думали, кого пригласить в качестве режиссера на этот проект, что-то давай, перебрав какое-то количество кандидатур, остановились на Климе, что-то к этому добавить сложно. Мы перебирали какие-то варианты, нам нужно было, ну, кто-то был, скажем, занят, кто-то отпадал там сразу по причине занятости. Вот, думали и придумали. Понятно, что у нас не так много режиссеров, которые имеют дело. Дело в том, что делать большое кино, ну, российским, ну не только по российским меркам, большое, это отдельный вид деятельности, это как бы несколько иное. И для продюсера, и для режиссера, и для, в общем, для многих членов команды, для операторов, например, для, ну это, можно об этом поговорить, но, боюсь, уже не поговорим. Вот, поэтому выбирали и выбрали, и очень рады. Было, естественно, и у нас какое-то волнение, потому что и Клима относится к тех режиссеров, тут большое кино до этого не снимал. У нас их человек 5, которые снимали, и то есть можно как-то вроде быть более уверенными, что все как-то будет неплохо. Но ставка на... На новых людей, она все время, Клим снял уже 5 или 6 фильмов до салюта, 5 до салюта, по-моему, да, то есть нельзя назвать его там, дебютантом, тем более нельзя назвать. Но он человек молодой при этом весьма. И вот ставка на молодых, она всегда волнует продюсера все время. Ну, кинокомпания СТВ, например, снимает дебютов, это другое. Понятно, крыло нашей деятельности снимает дебютов больше, чем кто-либо в мире в процентном отношении. Это вообще всегда возбуждает, это интересно, это очень привлекательно работать, так скажем, с новыми людьми, с кем ты еще не работал и так далее. Больше всех это у нас процентов 30 или 35 дебютов вот в тех 100 фильмах, которые кинокомпания произвела за время своего существования. Я думаю, ни у кого такого в мире нет, такого показателя. Вот. Ну, в общем, обсуждали, выбрали. Решили. Еще одна стадия для нас была важна, я знал про Клима, такая важная тоже деталь, что он хороший сценарист при этом. А история ведь, история создания сценария, это отдельная история, это очень, ну понятно, что для таких фильмов особенно, это исключительно важно все делать максимально точно, насколько мозгов хватает. И было написано несколько полноценных сценариев другими людьми, при этом несколько полноценных, хороших, но не всем точных, не всем то, что было нам нужно. И мы очень еще и в этом смысле на Клима рассчитывали и не ошиблись. Ну, может быть, Бакур что-то добавит. Бакур Бакурадзе, продюсер фильма. Спасибо. Мы знаем, что пробки, что ЧП, но спасибо, что успел. Прощения, да. Был написан сценарий, он был большой, в нем была масса достоинств и, наверное, много недостатков. И, значит, вопрос был, собственно говоря, стоял, кто может этот материал переработать в каком-то для нас понятном ключе и в результате сделать тот фильм, который мы видим, ну, приблизительно, так скажем. И случилось так, что, значит, Клим, в отличие от всех остальных режиссеров, то, что сейчас говорит Сергей Михайлович, он пришел и сказал, собственно говоря, Клим был, грубо говоря, последний из тех, значит, кому мы предлагали, на кого мы рассчитывали. И Клим был единственный человек, который сказал, что этот сценарий годится,
И из него нужно делать фильм, потому что все остальные режиссеры, они все-таки пытались в корне переделать эту историю и даже написали, как вот сказал Сергей Михайлович, несколько новых сценариев. Но это было не то. Мы когда прочитали сценарий, мы на него опирались и мы чувствовали, что вот надо от него идти. Вот и Клим смог, собственно говоря, его как-то адаптировать под себя так, чтобы мы не потеряли то, что мы хотели в нем увидеть. Вот, собственно, вся история. Я, в свою очередь, хочу тогда начать ответить на ваш, собственно, вопрос, как мне все это было и далось, потому что я хочу выразить большую благодарность, собственно, продюсерам Сергею Михайловичу и Бакуру за то, что они доверили мне их, когда я снимал, мне казалось, что жену. То есть, когда я снимал, мне казалось, что я на свиданиях с их женой, и вообще это было изначально. Но спасибо вам огромное, что вы доверили. Я знаю, это было непростое решение, вы его принимали, потому что из-за того, что сказал Сергей Михайлович, слава Богу, и я очень благодарен, что вы его приняли, вот, и дали возможность под вашим путем руководством управлять этим космическим кораблем. Я буду это еще много раз говорить на премьерах, но потому что это так, я очень благодарен. Спасибо огромное. Вот, а что касается как мне, да, слушайте, когда мне прислали этот сценарий, Леша и Чупов и Наташа написали, которые, да, то, что я сказал, то есть мне там были вопросы, но мне, я сказал, да, конечно, это надо делать, и я мечтал это сделать, и я всю жизнь болел такого рода фильмами, и там, вы знаете, я, в общем-то, и мои фильмы тоже, они всегда жанровые и на зрителя ориентированы, поэтому я мечтал снять такое кино, и поэтому, когда наконец-то продюсеры приняли это решение, и все, уже мы начали работать, это же мечта у меня была, то есть начать, мне энтузиазма было, хоть отбавляю, мне кажется, вот продюсеры как раз боролись с моим энтузиазмом, и я хотел это все сделать еще круче, еще быстрее, еще как-то зрительски, еще добавить юмора. Я понимаю, у меня просто действительно открылся какой-то поток энергии и творческой, и сценарной. То есть, мне кажется, мы с Бакуром работали вместе над сценарием. Надо сказать здесь важную вещь, что мы с Бакуром очень тесно все-таки работали над этим проектом, и Бакур внес огромное количество своих идей, которые тоже существуют в этом сценарии. Полноправный соавтор сценария вместе со мной, с Лешей Чуповым и с Наташей Меркуловой. Да, поэтому мы с ним взяли у них сценарий, вдвоем его дальше перерабатывали, и это была длительная работа. Вот. То есть у меня был какой-то поток, я предлагал по три варианта каждой сцены, на выбор, вы хотите эту сцену, давайте вообще три варианта этой сцены. И дальше уже Сергей Михайлович Бакуров выбирали, дальше они останавливались, мы дорабатывали это. Я как дорвался. И то же самое со съемками, в общем-то. Поэтому в этом смысле, конечно, это мечта, которая сбылась. И спасибо вам огромное, говорю, продюсерам за то, что они позволили моей мечте. Работать с человеком с горящими глазами, грубо говоря, глаза, это самое большое счастье. Спасибо вам огромное. Спасибо. У нас еще вопросы, будьте любезны. Вот давно нас ждут, с той стороны нас ждут наши гости. Вот, наверное, по задумке это можно назвать импортозамещением и, так сказать, конкуренцией с гравитацией американской. Но у меня вопрос такой, а кто были консультанты на этом фильме? И вот съемки в космосе, где они проводились? Спасибо. Консультантов, собственно, до того, как я пришел на проект, Бакур с Сергеем Михайловичем изучали эту тему какое-то время. Бакур к тому моменту, даже когда я только начал изучать эту тему, уже знал, мне казалось, очень много. То есть, когда мы в процессе работы, Бакур в общем и целом... Бакур до этого, когда консультировался, он встречался с космонавтами, с Валерием Рюминым, собственно, он встречался, которого прообраз играл Саша Самойленко. Он встречался с обоими космонавтами, которых играли Паша и Володя. То есть, он провел большой труд. Поэтому он был готов. Поэтому очень многому, например, меня учило. Поэтому были действительно консультанты из ЦУПа, Благов, Крикалев Сергей. Крикалев, да, Сергей. Еще был прекрасный мужчина с грузинской фамилией, Бакур, ты должен помнить. Вачнадзе, я помню.
Вот. Ну, то есть мы много посещали и Королёв, и Центр подготовки космонавтов. Собственно, как-то отовсюду, откуда могли, собирали эти технические подробности. Вот. Просто, ну вот, и книжку, понятно, Савиных мы читали. И консультанты приезжали на съемки, тоже показывали нам, как правильно стыковаться. Вот он показывал, когда мы снимали стыковки, как эти себе ручками управлять немножко. Художники тоже все это брали в «Звездном городке», все это. Да-да-да, Роскосмос шел на встречу. Очень ругались, что в тренажерном капсуле сидели, значит, у нас в кедах, а надо в носках, значит, из-за этого тоже. Не-не, ну они, вы понимаете, в какой-то момент, то есть наконсультировавшись до начала процесса, нужно сказать им спасибо, вы все поняли, потому что если дальше с ними продолжать работу, то ты начинаешь делать абсолютно документальный фильм для них. А как вы знаете, это как Хичкок говорил про работу с актерами, да, что я чувствую себя бабушкой, которую пионеры переводят на другую сторону дороги, а мне туда не надо. Так и с ними тоже. То есть я в какой-то момент, ты чувствуешь, что я тебе очень помогаю перейти на их сторону дороги, но потом ты должен сказать, не-не-не, минуточку, нам не туда надо, нам надо здесь остаться, мы делаем зрительское кино для большой аудитории. Вот, ну примерно как-то так это было. У нас вопросы с этой стороны зала. Прошу вас. В 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли в нашей с вами стране. Поэтому я сижу, слушаю, думаю, дойдет до этого. Спасибо огромнейшее. Спасибо, что напомнили про время, потому что нам сейчас как раз Кремль на этот юбилей. Вот именно. Поэтому я вас всех поздравляю, вопросов больше нет. Спасибо. Вот вопрос еще. Прошу прощения сейчас. Да. Вопрос Сергею Сильянову. Вот Владимир, я всегда ссылаюсь, да, однажды, правда, по телефону мне сказал, открыл такую новость, что некоторые продюсеры дальше, когда советуются с астрологами, со звездами, когда запускать проект, да, и когда картина должна выходить, ну, чтобы было благоприятное время, чтобы все звезды совпали, вот, говорили Владимир мне такое? Говорили по телефону однажды, да. Вот, и мой вопрос такой Сергею Сильянову. Может быть, вы тоже все-таки, почему вот картина выходит именно в это время, не в апреле, и вы доверяете только своей интуиции, там, здравому смыслу, опыту, или все-таки как-то вот еще на звезды смотрите, советуетесь? И второй вопрос, ну, простите, если вам он не очень, может быть, покажется, просто мне это очень интересно. Вот Алексей Балабанов, с которым вы работали, возможно, интересовала его когда-нибудь тема космоса. Может быть, был какой-то проект, который он хотел сделать вот в сфере космоса. Спасибо. То есть картина выходит не в апреле, не из-за астрологов? Ну, поскольку мне Володя не звонил, это счет про звезды астрологов, то да, то тут мне как-то мимо. Выпуск фильма определяется большим количеством обстоятельств. Вообще, выпуск фильма, вот то, что называется слово «прокат», это исключительно сложная история. Она вот, мне ее даже вам сейчас не объяснить, ну, на это нужно хотя бы минут 15. Она в каком-то смысле сложнее, чем кинопроизводство, в каком-то смысле. Это смесь покера и преферанса, очень много нужно считать, очень много всяких различных вариантов, которые влияют на всяких векторов, всяких, да, возмущений, которые влияют на выбор этой даты. Я просто-напросто, фильмов настолько много, и конкуренты у нас самые чемпионы мира в этом виде спорта, американские кинематографисты, то, что называется словом «Голливуд». И выбор даты – это исключительно сложная, очень конкурентная, очень жесткая такая история. Вот выбрана дата отчасти под влиянием того самого обстоятельства, о котором нам сообщило. Потому что 4 октября, начало космической эры, это действительно, это было что-то совершенно невероятное. Мир поверить не мог там. Какое-то время, что из Советского Союза что-то там взлетело, спутник, как? Может быть,
какое-то некорректное сравнение, но это все равно, что сейчас изобрели вдруг какой-то крутой, круче того, что есть в 25 раз, там где-то, ну, в Габоне или в Верхней Вольте. Вдруг вот там что-то такое появилось. Это было действительно... Вот это Земля и звезды, со времен египтян, древних греков, Земля и космос, это же такая, это то, что людей всегда занимало. Это космогония, это же пастухи, которые лежали в степях Месопотамии или где-то смотрели на звезды, на ход этих светил, что у них эта матрица впечатывалась в их сознание, определяла очень-очень-очень многое в... Даже, наверное, генотипе. Даже, может быть. И вот вдруг произошел вот этот прокол, вот этот вылет туда. Вот это дотянулись рукой. Это были наши люди. Это произвело колоссальное впечатление в мире. Эта дата зашла. В каком-то смысле это круче, чем полет Гагарина. Было с точки зрения восприятия мира. В каком-то смысле. Потому что там уже как-то чего-то вроде ожидали. А когда спутник полетел, никто ничего не ожидал. Вот сейчас бы нам что-то такое было бы... полезно. И, да, спасибо, Сергей Михайлович. Я прошу прощения, у нас остается очень немного времени. Нас давно ждут, мы ждем вопросов, и нас давно ждут. Спасибо. Не знаю, примете ли вы такую трактовку вашего фильма, что острие выживания, которое вы показали там на высоте космоса, очень напоминает нашу российскую жизнь. То есть вот суп – это Кремль, а эти ребята – это обыкновенная семья. Спасибо за это вам огромное. Принимается, Клим Сергей Михайлович. А хорошо. Еще вопросы, будьте любезны. Здрасте. Я смотрела предыдущий вариант фильма, рабочий, меньше компьютерной графики, но там были очень важные и тонкие вещи, происходящие на Земле. Там были отношения героев Двиченкова и героини Фандеры, двух людей, которые могли перезваниваться ночами и молчать, или какие-то были молчаливые диалоги. Это были два человека, которые понимали друг друга, потому что они жили в космосе, находясь на Земле. Это была важная тема, это многое объясняло в отношении с женой, с героиней Маши Мироновой и так далее. Я же не говорю там про отношения с французом, ладно. Это отсюда совершенно ушло, уступив место чистому экшену. Вот почему и на какой стадии было принято это решение, и мы вчера видели Blade Runner, который идет 3 часа, похож на режиссерскую версию, явно рассчитан на завоевание мирового проката, и этот метраж не смущает. Спасибо. Лариса, ну то, что вас привлекают в какой-то предварительной работе над фильмом, не значит, что да, нужно вот публично это обсуждать. Извините. Много решений принимается в процессе создания фильма. Я сказал, помимо Чупова и Меркулова, 3 полноценных сценария было написано, в каждом из которых были свои достоинства. 3 полноценных, хороших сценария. Это было просто не совсем то, чего мы хотели. Мы добивались того, чего мы хотели. Вот эта версия фильма является той версией, которая, собственно, и является окончательной. Спасибо. Еще у нас вопросы. Прошу прощения, очень давно ждет наш гость. Вы знаете, зритель, когда вот смотрит, так идет, приходит и смотрит такой фильм «Реконструкцию», он начинает ассоциировать, то есть вот если в кино так показали, да, значит так оно и есть, или по крайней мере мы это так будем воспринимать. Поэтому позвольте очень кратко вернуться к самому первому вопросу, когда обсуждали, какие детали в самом делешние, а какие детали все-таки сценарные и киношные. Чашка, которая выпала, правда-неправда, драка на корабле, водка и курево на корабле, правда-неправда, олимпийский мишка, который болтается перед камерой, буквально, если можно, очень кратко, что есть правда, что есть неправда. И второй вопрос точно к Сергею Селянову. Вышел фильм «Время первых» совсем недавно, и вот возвращаясь опять же к вопросу о том, как выбирается время для проката, не смущало ли вас это, потому что это тоже космос, это тоже наш космос, это тоже история об героизме и о работе, это тоже хэппи-энд. Спасибо. Да, спасибо. Нет, нас это не смущает. Собственно, нас смущает, почему этот вопрос. Ну, фильмов про войну делалось совсем много, делается по-прежнему немало, почему не сделать. И сделан один фильм про войну, Великую Отечественную, скажем, что надо ждать 5 лет.
чтобы сделать другое. Мне кажется, это немножко... Просто не привыкли еще, что в российском кино появляется, ну, какое-то большее количество заметных картин, чем пятью годами раньше. И кажется, что они вот как-то... Два фильма про любовь сделаны. Да как же это? Зачем же это? Аж три... Нет, третий вот еще про любовь. Там вот, начиная от достоверности деталей, из которых, собственно, состоит станция. Вообще декорация очень высокого класса, там все эти приборы, они, рукоятки, все что угодно, они почти все были в космосе. Это все настоящее. Это важно, кстати. И да, насчет пили-курили, да. Да, насчет всяких сувениров, талисманов, да. Вот вы задали эти вопросы, да, это все соответствует реальности. Да, ну а как, что тут полгода там? Да вчера вы сказали. Даже фраза про осла соответствует действительности. Несколько месяцев и не выпить. Без водки. Знаете, я хочу... Там коньяк был, Володь. Сейчас, я хочу добавить что, про несколько фильмов про космос. Вообще, я не знаю, как вот... мне это очень помогло, то, что снимался параллельно еще фильм про космос. С точки зрения конкуренции, это здоровая среда, когда ты хочешь сделать лучше, чем другой фильм про космос или другой фильм про войну. Поэтому, когда все говорят, зачем два фильма про космос, да может быть три или четыре быть, и мне кажется, все эти четыре или три или два фильма должны друг с другом конкурировать и хотеть сделать лучше, и тогда зритель от этого выиграет. Спасибо, господа. Прошу прощения, мы вышли за режим. Последний вопрос, и мы заканчиваем пресс-конференцию, потому что еще очень много впереди работать. И приношу свои извинения. Будьте любезны. Последний вопрос, это мне приз достался. На самом деле, в невесомости алкоголь искажает еще больше водно-солевой обмен, поэтому вопрос стал на самом деле оправдан. Но тем не менее, я понимаю, что киношники блестяще говорят, это с советского времени такая традиция, и с советского времени курилка и трибуна – это разные вещи. Вот вы сами, вы не новички в профессии все, вы сами после этого фильма изменились, вы ощутили, поняли, какая тогда была гонка, почему США, получив Луну, все-таки проиграли, что сейчас действительно прозвучало, я абсолютно приветствую, что сейчас это очень нужно, сейчас происходит в какой-то другой схеме, может быть, виртуально, абсолютно то же самое. Спасибо, вы во всем угадали, с датой выхода во всем угадали. Я об этом обязательно напишу и напишу почему. Спасибо большое, спасибо, что пришли.